Максим Галкин снял для своих подписчиков забавное видео, в котором показал, что предпочитает есть на ужин. Пока его коллеги уплетают в дорогих ресторанах устрицы и черную икру, пародист предпочитает питаться гораздо скромнее. Накануне, вернувшись домой с работы, Максим взял вилку и поспешил к стоящей на плите сковороде, где его ждал бифстроганов. Рядом в контейнере, Галкин обнаружил картофельное пюре, которое для него заботливо приготовила помощница по хозяйству. «А не поесть ли на ночь?» – сказал проголодавшийся артист и продегустировал блюдо. Он хотел также продемонстрировать поклонникам содержимое своего холодильника, но передумал. Максим испугался возможной критики в свой адрес. «Нет, лучше не буду туда заглядывать, а то вы потом напишите, что я что-нибудь не то ем», – с досадой сказал Галкин. Кстати, днем ранее Максим похвастался перед поклонниками тем, как его дети, Лиза и Гарри, помогают по хозяйству. После еды они сами убирают за собой тарелки в посудомоечную машину и расставляют по местам использованную кухонную утварь.